Привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео на тему акции в Магните по «Как приручить дракона 3». И недавно закончилась акция на вот таких вот дракошек. Ребята, я успела собрать всю вот эту коллекцию, но одного дракона я не успела, так скажем, приобрести. Я вам потом расскажу, где его достала. Так, вот вся моя коллекция драконов из Магнита. Вот они такие красивые. Сейчас я про каждого все отдельно расскажу. Но для начала давайте про условия акции посмотрим и все такое. Акция у нас проходила с 13 февраля по 21 мая. Это мы получали наклейки, а обменивать игрушки можно было с 13 февраля по 28 марта. Ну, конечно, 2019 года. Собрали всю коллекцию. Это логотип Магнита. И написано «Скидку на игрушки 90%, капельчи дракона там». И вот написано «Приручи всех драконов». И вот нарисованы все драконы, все персонажи, которые тут участвуют. И, конечно же, на обложке Астрид, Икинг, Дневная Фурия и Беззубик. Здесь показаны все драконы и подписаны их имена: Громгильда, Объедала, Жуткая Жуть, Беззубик, Дневная Фурия, Кривоклык, Сарделька и Грозокрыл. Так, тут написаны условия акции. Получайте наклейки за ваши накупки на кассе. За каждые 250 рублей в чеке получайте наклейку в магазинах «Магнит дома» и «Магнит аптека». За каждые 500 рублей в чеке получаете одну большую наклейку в гипермаркетах «Магнит», супермаркетах «Семейный магнит» и «Магнит косметик». Так, второй шаг. Вклейте наклейки в буклет. Ну, тут все понятно. Потом обменивайте наклейки на игрушки. Там 20 наклеек. Это вы должны заплатить еще 299 рублей. Ну, или 300 рублей. Это 50% скидка. И 70 наклеек – это плюс 59 рублей или 60 рублей. Это уже 90% скидка. Так, подробности на сайте. Так, это розничная цена на игрушку. Это 600 рублей, ну или 599. Вот. Так, ну тут все мелким шрифтом. Условия акции, ну то же самое, что и тут. Так. Теперь сзади тоже написано «Приручи всех драконов». И вот у меня, так скажем, остались еще наклейки там. Я не успела собрать. Вот там «Дневная фурия», «Грозокрыл», «Кривоклык» и «Объедала». Вот 20 наклеек и 70. Еще условия дракона грамм. Там сфоткайте дракошу, выложите его. И есть шанс, так скажем, в Дубай попасть, в парк развлечений. Вот тут Беззубик изображен. Вот мы и узнали условия акции. Теперь давайте я вам каждого персонажа покажу и все про него, так скажем, расскажу. Так. Давайте начнем с основных персонажей, а именно с Беззубика. Давайте. Вот такой вот у меня миленький, прикольненький Беззубик. Вот у него, как и в стандарте мультика, у него 8 ушек черненьких. Сзади у них вот такой вот кармашек, это чтобы можно было надеть на руку, ну или вот так вот как делать, я не знаю. Такой прикольный дракон. Это как одновременно подушка и игрушка такая прикольная. Здесь нарисован Беззубик, вот такая вот, так скажем, бирочка его с изображением самого Беззубика. Написано «How to train your dragon the hidden world». Так, ну тут всякое нам интересное. Так, еще вот такая бумажная, так скажем, бирочка. Сам наш дракончик выглядит правильно, красиво. Не то, что в предыдущих, так скажем, акциях Магните. У него глаза были в предыдущей акции, которая была в том году желтые, а сейчас зеленые, нормальные. Он очень красивенький, черненький. Улыбается, вот его улыбочка. Носик, глазки красивые зеленые. Ну, вот ушки, как я говорила, он очень мягкий и качественный. Мне он очень нравится. Так, давайте теперь перейдем к Дневной Фурии. Дневную фурию я, так скажем, купила, но при этом
когда я собрала, так скажем, наклейки и в магазине ее купила, то я пришла домой и нечаянно оторвала вот такую вот штучку, как у Безумика, и вот это отрезала, так как она у меня была самая первая, вот. И только потом я поняла, зачем я это сделала, но все равно она вот такая беленькая, красивенькая. Так, давайте ее рассмотрим хорошенечко. Наша красивая дневная фурия вся полностью белая, и ушек у нее, конечно же, 4 штучки, так как дневные фурии отличаются от ночных фурий. Сама она белого цвета, у нее есть точно такой же кармашек. Вот так надеваешь на ручку ее. Еще у нее голубые глаза красивые, улыбочка и носик. Сама она очень красивая и, мне кажется, очень реалистичная и похожая, как в мультике. Так, давайте теперь перейдем к Громгильде. Это один из моих любимых драконов. Злобный змеевик. Вот такая красивая Громгильда. Так, она тоже имеет вот такой вот кармашек. То есть ее также можно вот так вот надеть на руку. Сама она очень красивая, реалистичная и очень прикольная. Сама основного цвета, она, так скажем, голубая такая. А у нее желтый такой, как подбородочек. Желтые глаза и вот такие оранжевые, как, не знаю, вики, что-то такое. Ну, очень красивая ободочка, вот цвета очень красивые. Потом такие вот желтенькие всякие рога, что-то типа того. И вот такой большой рог желтого цвета в нем посерединке. Носик у нее синий-оранжевый, вот такой вот красивый. И милая улыбка, которая мне очень понравилась. Вот такой вот рот. Такой вот синий и беленькие зубки. Поэтому, вот так скажем, я ее купила второй. Она вот такая миленькая. Просто я очень хотела Громгильду, но когда я, так скажем, собрала нужное количество, то, как бы сказать, я пошла в магазин, то Громгильды не было, поэтому я купила дневную фурию. А потом купила уже Громгильду. Так, и сейчас вам покажу дракона, которого в моих магазинах не было. А поэтому мне пришлось, так скажем, купить это... Вот этого дракоша. Жуткую жуть. Потому что магазинов его нигде не было. И мне пришлось его купить, в, так скажем, у кое-кого. Потом я расскажу в конце видео, у кого. Поэтому досмотрите это видео до конца. Обязательно. Так. У нашей жуткой жути основной цвет зеленый. Она такая зелененькая. И как Громгильда, у нее такой... Так скажем, как подбородочек телесного цвета. Есть такие красивые рога. Такого коричневого цвета. Они очень милые. И оранжевая, я бы сказала, лоб. Мило. Желтые глазки красивые. И подводочка коричневого цвета. Очень миленькая. И такой вот красивый коричневый у него рог. Посреди, так скажем, лица. И вот такой красивый нос. Коричневый с белой обводочкой. Вот такая вот красивая Громгильда. Ой, Громгильда. Такая красивая жуткая жуть. И у нас жуткой жути тоже есть такой кармашек, чтобы ее можно было одевать. И у жуткой жути нашей есть такая вот бирочка, где нарисована жуткая жуть. How to train your dragon the hidden world. И вот такая вот тоже бирочка прикольная. И, ребята, я забыла показать, что у Громгильды есть то же самое. Только вот с нашей Громгильдой милой. Так, теперь приступаем тоже к одному из моих любимых драконов. Это вот такому миленькому дракону, мне кажется, самому большому. Это Штормарез. Ну или как его еще назвала Валка, Грозокрыл. Вот такой вот прикольный дракоша. Мне он очень нравится. У него вот такие вот большие, так скажем, отросты. Это либо уши, либо отросты, я точно не помню. И вот такая прикольная, не, вот это вроде нос, у него такой прикольный, а это отросты. Закрыл также имеет вот такую красивую бирочку. Вот, так скажем, его основная бирка. Такая милая. How to train your dragon the hidden world. Так, давайте его рассмотрим. Его основной цвет такой, я бы сказала, даже какой-то коричневато-светлый такой вот цвет. У него желтые глазки. Так скажем, можно заглянуть ему в глаза. Вот. У него вот такой прикольный нос. Он, так скажем, из всех драконов сделан более, как бы сказать, пышно, наверное, я не знаю, как это сказать. У него больше вот таких вот дополнительных деталей. Такой нос красивый. Тоже светло-коричневый такой более. И такой темно-коричневый.
Потом у него одна губа синяя, другая коричневая, и красивые клычки. И вот такие отростки коричневого цвета, такие выпирающие. И у этого дракончика тоже есть вот такой кармашек. Прикольный. Так, давайте приступать к следующему дракону. Так, давайте приступим к сардельчике. Вот такая красивая сарделька, такой прикольный дракон. У нее, как и у всех драконов, имеется бирка. Здесь нарисована наша сарделька. Написано «How to train your dragon the hidden world». Такая же бирочка. Так, сама она коричневого светлого цвета, как и наш грозокрыл. У нее очень заметно выпирающие такие беленькие зубки. Коричневая такая губа. Вот тут он прям светло-светло-коричневый. У нее такой подбородочек. И очень пятнышки красивые, как в мультике, такого коричневого цвета. Желтенькие глаза, еще такие, как веки, коричневый нос, вот такой вот, тоже темненький, темно-коричневый. И красивые такие ушки, как в виде крылышек, тоже такого коричневого цвета. И у нее тоже имеется кармашек, вот такой вот прикольный. Так, давайте приступим к следующему дракону. Следующий дракон будет Кривоклык. Вот такой вот прикольный дракончик. Он, так скажем, основного цвета красненького цвета. И имеет тоже такую же бирочку. Вот, с кривоклыком. Прикольная. How to train your dragon the hidden world. И еще вот такая прикольная бирочка. Такая бумажная, не знаю, не бумажная. Прикольная. Так, у него основной цвет красный, то есть он красный. А вот здесь у него лобик чуть-чуть темненького, такого, я бы сказала, бордового, наверное, цвета. Ну, или что-то между бордом и красным. Потом такой вот подбородочек телесного такого цвета. Беленькие зубки. Вот такой вот рожок. Рожок. Рог такой у него. Коричневый, темно-коричневый. И носик темно-коричневого цвета. И темно-красный, наверное, вот это уже ближе бордому. Бордовый, у него губа такая бордовая. Потом у него желтые глаза и темно-коричневые веки вот такие. И, конечно же, его рога темно-коричневого цвета. Еще у него здесь такой, как немножко идет такая, не знаю, как, скорее всего, подводочка под глазами. Но все равно очень прикольно. И как все драконы, его можно надеть на руку. Вот такой прикольный. Что ж, давайте приступим к последнему дракону. Это Объедал, мне кажется, самый смешной дракончик. К сожалению, на бирочке Объедал не нарисован сам Объедал, что очень жалко. Но зато тут нарисована веселая команда. Беззубик, Грангильда и Сарделька. У него есть такая же вот бирочка. Конечно, жалко, что тут нету, так скажем, Объедала, но ничего страшного. И тоже написано «How to train your dragon the hidden world». Так. Давайте его рассмотрим. Мне кажется, он самый яркий и красивый из этих драконов. Но не хочу никого обидеть. Просто это мое мнение. Так, он вот такого фиолетового цвета. Тоже имеет кармашек, как и все дракоши. У него светлая такая телесная, такой подбородок. И тоже светло-телесная такая вот губа. И красивый розовенький, миленький язычок. Вот такой вот. Конечно же, белые зубки у нашего Объедала. И желтые манящие глаза. И у него не как у него такие черные зрачки, но какие-то странные формы. То есть не как у всех драконов круглые. А я бы сказала, как цветок какой-то или облачко. И еще у него есть носик вот такой вот коричневый. Даже, ты бы сказала, черный, наверное. Да, это черный носик. И коричневый рожок. Вот такой вот милый рог. Он у него, кстати, объемный. То есть вот, что мне в нем нравится, у него объемный такой рожок, прикольный, очень милый. Что ж, ребята, сейчас я вам хотела, так скажем, рассказать, где я приобрела жуткую жуть, вообще такой небольшой лайфхак, вообще, как можно собрать эту коллекцию, если вы не успели собрать. Просто и легко. Заходите на сайты Авито, Юла, и там эти коллекции тьма тьмущая, по крайней мере, когда я покупала, было много. И я, конечно, полную коллекцию не покупала, потому что я собирала ее. А вот жуткую жуть мне пришлось приобрести, так как у меня ее в ближайших магазинах не было.
И я решил ее приобрести. Она у меня была, так скажем, самая последняя, потому что уже заканчивалась акция, ее уже нигде не было, и мне пришлось ее купить. Поэтому, если вы не успели, то заходите на эти сайты. Это, если что, никакая не реклама, я ничего не рекламирую. Это просто совет, лайфхак такой. И еще, ребята, я вам хотела попросить, напишите в комментариях, какой дракон у вас есть, или какого дракона вы бы хотели из всех вот этих вот дракошек. Вот, Громгильда, Объедала, Жуткая Жуть, Беззубик, Дневная Фурия, Клевоклык, Сарделька или Грозокрыл. Напишите, какой дракон у вас есть, или какого дракона вы бы хотели. И всем пока, ребята. Пока. Пока. Жми на фоллоу, лайкни меня.